Ребят, ну короче, всем привет. Троллейбус 29. Станция метро Заельцовская. Жилмассив Северо-Чумской. Я пока что жду 29. Увидимся, ребята, уже в 29. Следующая площадь Ленина. Следующая
театр имени Маяковского. Нет, где-то здесь было горит. Ну, вот где-то вот он, да. Здесь горел ресторан. Вот он. Кинотеатр имени Маяковского. Следующий, если не ошибаюсь, площадь Свердлова. Ребят, а я людей на крыше метроласта обнаружил. Что? Ну зачем мы? Может, это рабочие просто, которые спортивно строят, но не знаю, ребят. Вон, это реально там люди на мосту. Может, это этих самых ищут. Не знаю, ребят, что они там делают, но движение поездов не остановлено. Правым и левым берегом. И, ребят, опять нам это, короче, мелководье на реке Обь. Вода еще это испаряется очень сильно. Ну, в общем, на горске включу. Уважаемые пассажиры, вас обслуживает муниципальное казенное предприятие «Горэлектротранспорт».
Маяковская. О, ребята, это двойная восьмерка. Следующая остановка — станция метро Студенческая. Следующий магазин сюрприз. Магазин сюрприз. Немировича Данченко. Тульский мост. Следующее общежитие. Общежитие. Следующая рабочая. Рабочая. Следующая остановка — посудоцентр. Посудоцентр. Следующая остановка — промышленная. Посмотрите, что нас догнало. Маршрут в депо 000. Промышленная.
И там идет депо в трамвай. Следующий литейный завод. Литейный завод. И мы снова сходимся на сетью. Улица Комсомольская. Улица Комсомольская. Все, фу, ребята, можно записывать. Улица Комсомольская. Автоинформатор просто немного вперед ушел. Отлично. Ребят, мы по пути обратно и решил заснять до Азиатика. Следующая остановка — улица Комсомольская. Улица Комсомольская.